приступаем к работе. В руках ведущего инженера управляющей компании «Жилищник» Виталия Шаталина доказательства чистоты и порядка в подъездах. Это новое приложение проверки Подмосковья. С его помощью сотрудник фиксирует, что в домах исправно освещение, на этажах чистота и порядок. Состояние подъездов. Загрязнение поверхности пола и стен. Тоже все это по каждому этажу делается. Приложение разработали в Госжилинспекции. Оно же и следит за порядком в домах. Госжилинспекция, в свою очередь, контролирует, смотрит эти фотографии. И если выявляет нарушение, то в течение 24 часов дает время на устранение ее. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищник Химки» попало в пилотный проект. И сейчас уже под проверкой находится 626 домов. Убедиться лично, что приложение работает, к одному из домов на улице Кирова приехал глава «Химок» Дмитрий Волошин. На сегодняшний день с программой работают 15 управляющих компаний из 6 муниципалитетов. И так по каждой управляющей компании будет, да? Да, так нам предписано по каждой компании. Отлично вообще. То есть мы вечером видим, что не сделано. Да. А потом это не сделано, на следующий день опять не сделано, и снова это копится, да? Да, мы должны это сделать. Мы реагируем, да? С нарастающим итогом, да, мы должны заправить. Мы начинаем реагировать, да? Добавим, если сотрудники управляющей компании не устраняют нарушения, им грозят внеплановые проверки со стороны Госжилинспекции.